На телеканале «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Прием граждан по вопросам социальной поддержки провела заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова. Родители оплачивают 25% от стоимости путевки, и дети отдыхают при школьном лагере. 45 сотрудников сети ресторанов «Макдональдс» из Москвы и Московской области устроили субботник в Купеленке. Я думаю, что всем стоит участвовать в такой деятельности, потому что это как бы и обществу полезно, и себе полезно. Ученики 2-й Видновской школы собрали более 2,5 тонн гуманитарной помощи. Независимо от того, сколько, в каких количествах кто что пожертвовал, все равно это принесет пользу кому-то. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова провела личный прием граждан по вопросам социальной поддержки населения. Основные темы, которые интересовали жителей, это пособие для многодетных семей, летний оздоровительный отдых для детей и льготные лекарства. Встреча с жителями заместителя администрации главы Ленинского городского округа Татьяны Квасниковой проходила в соответствии с утвержденным губернатором Московской области графиком приема населения по вопросам социальной поддержки. Один из самых актуальных – выплаты и пособия для многодетных семей. Карина Шестакова недавно стала мамой в 3-й раз. И ее эта тема особенно волнует. Выплату я оформила от администрации, мне сказали. Какие-то мне... Что вы еще сказали? Ну вот это единовременное при беременности и родах мне заплатили, так. А что мне еще поможет? Поддержка администрации на приобретение коляски, угу. Либо вы берете ее деньгами. Угу. Ну там тот же определенный пакет документов, он небольшой, вы будете ежегодно получать. Это то, что касается администрации. Угу. Ежегодно будете получать подарки новогодние. Угу. Далее вопрос организации летнего отдыха. С возвратом вы сегодня знаете кэшбэка, угу. Да? Еще доплата до минимума прожиточного только на 3-го ребенка. Жительницу поселка Развилка Наталью Жирлицыну интересовал вопрос организации летнего отдыха для детей. У нее 13-летние дочки-двойняшки. Чтобы недалеко, потому что в связи с ситуацией я уже как-то страшно сейчас куда-то, может быть, и ехать. Я хочу как бы рядышком здесь, чтобы дети были и задействованы, в то же время под присмотром, чтобы не было, так сказать, каких-то таких казусов. Татьяна Квасникова рассказала, что в летний период на территории муниципалитета будут работать 28 лагерей дневного пребывания. А если родители приобретают путевку в лагерь самостоятельно, предусмотрена частичная компенсация стоимости. Родители оплачивают 25% от стоимости путевки, и дети отдыхают при школьном лагере. Если вы сами по программе кэшбэка найдете путевку, вам нужно будет взять карту МИР, платную карту МИР. И с этой картой МИР проплатить по... есть портал МИР путешествий РФ. Вот на портале МИР путешествий РФ вы выбираете путевку. Еще одна тема, которая поднималась жителями на приеме, это льготное лекарственное обеспечение. Стоит отметить, что заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова проводит встречи с жителями на постоянной основе по вопросам образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуре и спорту. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В микрорайоне Купеленко прошел субботник. Парк у реки привели в порядок волонтеры. 45 сотрудников сети ресторанов «Макдональдс» из Москвы и Московской области. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. На набережной реки Купеленко многолюдно. Помимо отдыхающих, здесь можно было встретить волонтеров, приводящих прогулочную зону в порядок после зимы. Все они – сотрудники временно закрытой сети ресторанов «Макдональдс». Не только из Ленинского городского округа, но и с юга Москвы. Стараемся помогать по всем объектам Ленинского округа. Вот, уже были в историческо-культурном центре, также в Дворце культуры были вот, напротив администрации. Вот, и вот сейчас предпоследний наш объект был – это библиотека. Вот, там мы наводим также порядок и участвуем именно в организациях мероприятий для детей. Вот, стараемся сделать жизнь интереснее. Субботник активистам помогло организовать управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа. Инвентарь ребятам выдала компания «Торсервис».
собираем именно опавшую листву, которая была еще с прошлого года, вот осталась. Вот, ну, часа 4 где-то, я думаю, мы управимся, потому что у нас сотрудников много, вот, волонтеров много. Всего в уборке территории набережной реки Купеленко приняли участие 45 волонтеров. Я думаю, что всем стоит участвовать в такой деятельности, потому что это как бы и обществу полезно, и себе полезно, потому что после таких действий ты сам себя чувствуешь очень хорошо, потому что ты, считай, обществу какую-то пользу принес. Мы решили помогать, без дела сидеть тоже не хочется. Есть такая возможность, почему бы не помочь. Часто вот участвуете в таких вот? Ну, я сегодня нет, первый раз. Первый раз, да? Ну и как ощущения, устали? Нет, пока не устала. Да. Ну, не жалеете, что, в общем, пришли, все-таки ветер так прохладненько? Нет, погод хороший. Не жалею. Своим примером ребята вдохновили некоторых отдыхающих тоже взять в руки грабли и присоединиться к уборке. В ходе субботника волонтеры собрали более 35 мешков с мусором и листьями, которые вывезет компания «Турсервис». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ». Сотрудники полиции УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали двух местных жителей 28 и 37 лет, подозреваемых в краже. Установлено, что один из злоумышленников через мобильное приложение каршеринга арендовал автомобиль иностранного производства, а его сообщник снял с иномарки некоторые детали, после чего правонарушители отогнали машину на парковку и завершили аренду. Ущерб составил более 140 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий в этот же день полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. В каком районе совершали преступление? Молоково Ленинского района. Угу. Сколько катализаторов сняли с машин? В общей сложности более 30. Угу. Одни совершали преступление? Нет, в группе лиц. Угу. Сколько человек у вас было примерно? Более 5. У задержанных оперативники изъяли похищенные детали транспортного средства. Правонарушители могут быть причастны к аналогичным эпизодам на территории муниципалитета. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. К благотворительной акции «Доброе дело» подключились ученики 2-й Видновской школы. Ребятам удалось собрать более 2,5 тонн гуманитарной помощи. О том, почему дети считают важным не оставаться в стороне от чужих бед и какие гостинцы они подготовили для сверстников из Луганской и Донецкой народных республик, узнала Юлия Погосян. Видновская школа номер 2 благотворительностью занималась всегда. На базе учреждения работает отряд волонтеров «Открытые сердца». Поэтому, когда поступило предложение принять участие в акции «Доброе дело», ученики долго не думали и начали сбор гуманитарной помощи. Люди на Донбассе, родители, дети и старики оказались в очень тяжелой ситуации. И это, конечно же, важно, потому что им нужно помогать. Вторая школа бьет показатели по количеству собранной гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Отсюда нуждающимся отправилось более 2,5 тонн различных товаров. Народ откликнулся очень тепло, очень открыто. Да. Подписали книги для детей Донбасса, вложили какие-то дети от души, даже писали маленькие записки «Держитесь, мы с вами». Даже раскраски разукрасили, подписали. То есть действительно все было от чистого сердца. Видновская вторая школа – одна из самых больших в округе, поэтому неудивительно, что объем гуманитарной помощи здесь такой внушительный. Традиционно на средства личной гигиены, крупа, консервы, много питьевой воды. Многие еще скинулись деньги, и мы решили закупить масло подсолнечное, потому что сейчас в дефиците сахар, мука. Любая помощь важна. Поэтому независимо от того, сколько, в каких количествах кто что пожертвовал, все равно это принесет пользу кому-то. Погрузкой собранной гуманитарной помощи занимались сами школьники. Вызвались ученики 10 класса. Процесс непростой и трудозатратный, но при хорошей организации оказался даже увлекательным. Коробок много, было тяжело, но детям Донбасса намного тяжелее, я уверен. И то, что мы сделали, это меньше. Что можете сделать? Да, что могли бы сделать. Благотворительная акция «Доброе дело» в Ленинском городском округе стартовала на прошлой неделе. Одна за одной школы подключаются к сбору гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ».
В средней школе поселка совхоза имени Ленина продолжается работа по федеральному проекту «Билет в будущее». С его помощью ученики с 6 по 10 класс узнают о разных профессиях, что впоследствии должно помочь им в выборе специальности. Ребята уже узнали немало интересного, а на очередную встречу к ним пришел депутат округа Артем Грудинин, чтобы поговорить о ведении бизнеса. Общение проходило в муниципальной школе поселка в форме открытого урока. Артем Грудинин поделился своим опытом предпринимательской деятельности, рассказал о подводных камнях, с которыми сталкиваются бизнесмены, и даже коснулся вопросов развития мировой экономики. Я боюсь, что в ближайшее время все-таки китайцы обгонят Соединенные Штаты, и поэтому, в принципе, нашей стране безумно сильно повезло. В рамках проекта «Билет в будущее» ученики средней школы поселка совхоза имени Ленина уже побывали в Центре управления регионом, где познакомились с работой муниципальных служащих, и на телеканале «Видное ТВ». Здесь им рассказали о телевизионных специальностях. По всей России в проекте ранней профориентации принимают участие свыше 3000 учебных заведений, среди которых и школа поселка. Мюзикл «Шахматы» продолжает радовать зрителей Москвы и области уже 2 года. В рамках сотрудничества с творческим коллективом журналисты нашего телеканала были приглашены на постановку. Также для них провели экскурсию в закулисье театра. Противостояние Советского Союза и Америки на сцене театра МДМ удалось увидеть мне и моим коллегам. Тему как никогда актуальную артисты рассказали в вокальных и хореографических номерах. Подробнее о легендарном бродвейском мюзикле в России и его закулисье сейчас расскажем. Поехали! Герои мюзикла списаны с реальных шахматистов 80-х годов. На фоне холодной войны спортсменам приходится непросто, они становятся частью политической борьбы. Но даже в таких условиях остается место для любви, личных амбиций и желания свободы. Может ли статься, что хоть когда-то сможем забыть мы острую боль? За кулисами мюзикла не менее интересно, чем итоговая картинка. Особенность шахмат – трехэтажные декорации, продуманные до мелочей. Чтобы быстро менять сцены, их даже закрепили на рельсы. А задник собрали из десятков светодиодных экранов. Основной реквизит – шахматы, доски и даже карандаши – на магнитах, чтобы ничего случайно не упало и не добавило сложности в и без того непростую постановку. Кстати, в мюзикле используют оригинальный советский и американский реквизит прошлого века. Чемоданы, статуэтки и даже газеты специально искали на рынках и у коллекционеров. Несмотря на черно-белые краски мюзикла, постановка получилась яркой, в том числе и за счет аутентичных костюмов. Их шили по эскизам известных кутюрье тех времен. За 2 года шахматы успели оценить не только около 500 000 зрителей, но и эксперты. Мюзикл номинирован на 17 категорий премии «Золотая маска». Кстати, увидеть и оценить спектакль можно будет даже летом. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.